Завидовать будет? Завидовать? Ну а как же, он кто? Инженеришка, рядовой, и все. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы. Дома жена, дети сопливые. Ну, в театрик сходит, ну, летом в санаторий съездит, в Ялту. Тоска смертная. А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Подозреваемый совершил серию дерзких нападений на питерские автозаправочные станции. Благодаря своим коронным прыжкам через стойку оператора молодой человек стал известен как прыгучий налетчик. На заправке десантник заявлялся с ножом, но никого не трогал. Кассирам в момент разбоя он заявлял, что к ним у него нет ничего личного, мол, ему просто нужны деньги. Селфи налетчика с украденными купюрами, к слову, нашли в его телефоне после задержания. Прыгучий налетчик из Карелии был пойман ночью 10 июня в северной столице. Ему 24 года. Он уроженец Оланецкого района, недавно демобилизовавшийся из рядов ВДВ. Задержанный дал признательные показания.